Якутия и порыв к цели. Якутия – это край огромной территории и первозданный мир. Факел, изготовленный из сплава алюминия, оформлен в трех цветах, символизирующих Перу. Голубой, зеленый и белый. В котором голубой – это цвет неба, зеленый – цвет тайги, белый – это воздух. С такой же легкостью, как ветер перемещается по земле, так и огонь игр преодолеет тысячи километров на пути к своей цели. Началу восьмых международных игр «Дети Азии». Вес факела составляет 1 килограмм 800 грамм. Для всех его участников.